Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Приветствую всех на канале Smart Home China. И сегодня у нас, как я и обещал, в предыдущих роликах у нас новинки. Пошли. Сегодня мы получили новый телефон. Телефон интересен тем, что он представитель линейки защищенных аппаратов от компании Blakeview. По-моему, он один пока, но, во всяком случае, компания бурно развивается. Я думаю, будет еще аппарат. Аппарат защищен от воды, точнее, от влаги по стандарту IP67 и от пыли. Также имеет очень толстое стекло фронтальное. В общем, рекламу, которую в интернете я видел, там и гвозди им забивают, и все. Я, наверное, таких экспериментов проводить не буду, но постараюсь вам рассказать о нем максимально подробно и интересно. Итак, коробочка. Что у нас в коробочке? В коробочке должны были быть подарки от продавца. Вот они, вижу уже. Чудо-селфи-монопод с кнопочкой. Прикольно. И карта памяти у нас на 16 гигабайт, SanDisk. Сам аппаратик. Так, Blakeview. Первый раз с этой фирмой сталкиваюсь. Симпатичная очень коробочка. Открываем. Вот как все красиво лежит. Внешний вид, конечно, на 5 с плюсом у аппарата, однозначно. Так, не показал коробочку с обратной стороны. Не терпится открыть. Так, что у нас тут? Вот немножко характеристики. У нас, значит, идет 5 дюймов экран с HD-разрешением, 13-мегапиксельная камера, 2 гигабайта оперативных и 16 накопитель. Android 5.1.1. Остальное сейчас посмотрим. Ох, какой кирпичик. Ну, аппарат приятный на вид, очень приятный. Такой, конечно, он весь из пластика, но производит такое впечатление серьезного устройства, тяжелый. По-моему, что-то грамм 200. Сейчас, кстати, глянем. Секундочку. Так, вес устройства, давайте посмотрим. Это важно. 257 грамм. Нормально. Батарейка, значит, примерно соответствует тому, что заявлено. Значит, что у нас? Под крышкой у нас аккумулятор на 4780, что ли, миллиампер часов. Винтики. Кстати, вот здесь вот видно, должны быть винтики. Они не закручены, да? Так, давайте мы посмотрим. Сейчас они, наверное, внутри. Так. Что у нас тут дальше? Зарядочка такая вот обычная. На 2000 миллиампер часов, кстати. Дешевенькая гарнитурка а-ля Samsung за 100 рублей. Так. Blakeview кабель фирменный с логотипом. И у нас еще вот такой смешной OTG-переходник. Так. Винтики где у нас меня интересуют? Ага, вот здесь, наверное. Здесь у нас что? Конечно, у нас все в фирменном пакетике. У нас вот отверточка с винтиками. Так. Пленочка запасная, да, еще. Зачем на таком защищенном телефоне пленочка, никто не знает. Ну и две бумажки. Одна нам рассказывает, как нам открывать телефон. Угу. Attention. Это быстрая инструкция. Старт на английском языке. Все. Так, аппарат. 5 дюймов, но вот, друзья, вот у меня Xiaomi рядышком 5,5. Они практически одинаковые. Это, конечно, чуть-чуть поуже и чуть-чуть пониже, да, вот. Так вот, посмотрите. Но значительно толще и ширину. Этот, наверное, 7,6, это, наверное, 75-74. Так, размеры потом.
Что нам надо? Будем крышку снимать. Крышку снимать. Крышку снять, наверное, надо. Где она снимается-то? О, пошла. Пошла крышечка. Так, attention. Все понятно, потом разберемся. Так, вот такой у нас прокладос тут лежит. Крышку снимать по-любому, потому что батарейка заклеена. Она вообще съемная. Сейчас я тут все переломаю. Конечно, съемная. О, вот эта батарея. Класс, сколько она отдельно весит сейчас. Посмотреть хочу. Батарея моща. 86 грамм батарея весит. Так, и заявлена она как 5000, да? 5000. Ну, по факту там чуть-чуть меньше. 435 улучшенная химия. Так, вставляем. Правильно? Конечно, нет. Так, прокладочку назад. Купать, понял, конечно, сейчас не будем. Потом не знаю. Аппарат, конечно, для моих знакомых. Но не знаю, смогу ли я удержаться и не искупать его. Так, поехали. Включаем. Алло. О, жопочку снимаем. Так, пока смотрим, пока загружается. Что у нас? Правый торец, качель, вернее, кнопка включения. А сверху у нас под заглушками, на которые, кстати, были какие-то жалобы там. Не буду открывать пока. Наушники и микро-USB вот нарисовано. Да? Ну, звук хороший. Левая, значит, левый торец, качелька громкости. Снизу ничего нету, естественно. Сзади у нас вот здесь вот решетка динамика. Логотип компании, камера 13-мегапиксельная, кстати, как заявлено. Со вспышкой. Спереди у нас экран 5 дюймов. Хорошего, кстати, качества уже вижу довольно-таки. Меню домой-назад кнопочки с подсветкой, да? Да, с подсветкой кнопочки. Разговорный динамик. Камера фронтальные, датчики. Так, яркость мне нужна максимально, чтобы вам показать углы обзора. Экран отличный. Оп. Правда, вот имеет чуть-чуть диагональный у нас. Не инверсию, но маленечко он светлеет под диагональными углами. Но цветопередача очень хорошая. Вот так, если на экран смотреть. Вот сделаем комфортно. Ну и смотрим быстро. Так, язык. Стоит английский. 5.1.1 Android. Что тут еще у нас? Угу. Пока ничего, давайте русский язык. Language. Стой. Шустро работает, нравится мне очень. Здесь установлен 35-й процессор. С буковкой P, к сожалению, опять. Ну, этот телефон, он на вершине быстродействия нам не нужен, чтобы он претендовал. Он у нас эдакий бренд-транспортер нейромобильных телефонов. Жесты вижу. Так что память. Всего 16, доступно 11.6. Так, вижу жесты, экран в экране. Ничего особенного, значит, нам нужен тогда звук. Звук, говорили, неплохой. Это хотим в этом убедиться. Ой, это уведомление. Дайте рингтончик. Динамик очень громкий. Динамик громкий, но вот высоких частот явно не хватает. Низкая середина какая-то вроде присутствует, так вибрирует телефон даже от динамика, но как-то очень глуховато все. Бог с ним. Hotknot есть. Функция, правда, проверить нечем. Второго телефона нету с этой функцией. У нас ланчер стоит фирменный, перерисованный какой-то. Вот видите, без меню приложений. Так, звонилка. Русские буквы есть, русских букв нет. Очень часто сейчас
звонили. 112. Ух ты. Обалдеть, у них тоже есть такой номер. Обычно звонит в операторскую куда-нибудь. Так, галерея, настройки. Галереи ничего нет, давайте камеру. Камера. Стандартное, в общем-то, андроидовское приложение, 13 мегапикселей. Ну, по фоткам, судя, неплохая была камера. Довольно-таки приятно, что в устройстве в таком. Так, мне еще интересно сразу выставить это. Видео надо сразу посмотреть. Потому что для этого процессор, по-моему, 720 заявлен. Максимальное качество. Посмотрим, тут китайцы что-нибудь сделали хорошее в этом направлении. Так. Давайте фото. Фото. Вот мелкая у нас бумажечка. И со вспышкой, с принудительной еще. Быстро работает камера, без торможений. Ой, а что с фокусом-то? Ой, а куда он делся, не понял. Что с фокусом? Так, секунду. Давайте еще посмотрим. Куда у нас фокусировка-то делась? Может быть, минимальная дистанция у нас не позволяет. Не пугай меня. А, нет, нормально все. Да, очевидно, минимальная дистанция фокусировки. Но без вспышки присутствует некоторое количество шумов. Сейчас посмотрим со вспышкой. Да, нормально все, друзья. Зря я перепугался. Просто минимальную дистанцию фокусировочки я не соблюл. Вот, здесь нормально. Ну, есть некоторое количество шумов, но бог с ним. Так, по фотографии мне нужна информация. Посмотреть, сколько у нас диафрагма. Диафрагма аж 2.0 заявлена. Ух ты, здорово как. ISO 94 тоже хорошо. И видео. Видео. Поехали. Так, фокусировка у нас на видео как работает. Вот. По тапу работает. Так не работает. Звук, качество звука проверяем сразу в записи. Фокусировочка. По тапу есть. Все неплохо. Ну и хватит. Хватит. Смотрим сведения. Так, сведения. Да, друзья, это у нас HD качество. Full HD мы не пишем, ограничения для этого процессора все-таки действуют. Ну что же, ладно, и HD бывает хорошим. О, звук отличный. Кстати, второй микрофон есть? Не вижу. Отличный звук. Звук, качество звука проверяем сразу в записи. Ну что, нормально, очень даже достойно. Боксинг Full HD, ну, прилично. В общем, аппарат неплохой, интересный. Будем его тестировать достаточно подробно. Есть у меня неделька до того, как он поедет хозяину. Насчет купания не знаю. Уже купали, вроде как-то держится, но мне бы, конечно, хотелось его положить в тазик с водой и еще позвонить на него. Я так делал когда-то с одним из защищенных аппаратов. А так аппарат, вот вставочки металлические, здесь у нас пластик. Могли бы, конечно, хотя бы по углам пустить резиночки, но, в принципе, ничего страшного. Достаточно красиво вот это 2.5D стекло выглядит с закруглениями, видите, да? Ну, в общем, посмотрим, понаблюдаем. Аппарат так, с первого взгляда, довольно симпатичный. Мне понравился. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Сегодня у нас вот такая распаковочка, новый аппаратик. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Пока-пока.